В День повара 20 октября учащиеся группы поваров Чедерлунского профессионального училища традиционно проводят кулинарные переменки. Ребята постарались, подготовили. Первый курс участвовал больше в поделках, а второй в приготовлении. На одной перемене будущие специалисты делятся интересными и редкими рецептами. На другой проводят викторины с награждением победителей. Вот мы ответили на их вопросы, и мы получили за это приз. Ну вот ручку, карандаш и линейку. Нам на парах. Часто про мероприятия у нас, особенно вот праздники такие вот у нас всегда есть. На день учителя, на день повара, на Новый год. 8 ну там, марта, да. Февраля. Тоже бывают такие. В прошлом году было 65 лет училища, тоже было очень интересно, красиво. В течение всего праздника проходит конкурс на лучшие вкусные кулинарные изделия, которыми в конце праздника угощают друг друга. Я думаю, что каждая вот группа хочет поделиться своим, что они умеют, что они знают, я вот так думаю. Кроме того, наиболее подготовленные учащиеся прямо здесь на виду у всех демонстрируют мастер-класс по приготовлению редких блюд. В следующей перемене у нас будет продолжение. Будет... Разные тоже конкурсы, вопросы, дегустация. Повара начали отмечать свой профессиональный праздник в 2004 году. В этот день, как правило, многие собираются, чтобы обменяться опытом, секретами и идеями.